Буквально 10 минут назад, друзья, всю Россию сполошила ужасная новость. Мы были просто шокированы этим страшным известием. Никто этого не ожидал. Поклонники российского певца Александра Розенбаума до сих пор рыдают горькими слезами и никак не могут успокоиться. Сегодня утром на одном из российских сайтов была сообщена трагедия, от которой в шоке вся Россия. На ней говорится, что сегодня российский певец Александр Розенбаум должен был выступить на одном из концертов, посвященной военной песне. На концерт он не прибыл, и его песни, к сожалению, никто не услышал. Мы были шокированы этим известием, никто нам не мог ничего объяснить, где находится Александр Розенбаум. Сценаристы концерта просто пожимали плечами, сказали, что никак не могут ему дозвониться. Наши корреспонденты попытались выяснить, что же случилось с Александром Розенбаумом, и вот что они узнали. Оказывается, еще в 4 утра к дому, где проживает Александр Розенбаум, приезжала скорая помощь. Пробыв в доме около получаса, они уехали. Оказывается, у Александра Розенбаума сильно поднялось давление, и ему стало плохо. Врачи приехали, поставили несколько уколов, предложили ему госпитализироваться, на что Александр отказался, сказал, что будет находиться дома. Дома он находится под присмотром родных. Почему он не известил о том, что он не приедет на концерт, пока еще не ясно. Но это все то, что мы знаем на данный момент. Давайте, друзья, поддержим Александра Розенбаума. Будем надеяться, что с ним все будет хорошо. Подпишитесь, пожалуйста, на наш YouTube-канал. Нажмите на колокольчик, чтобы завтра утром не пропустить на нашем канале очередной выпуск, который мы для вас приготовили. Будьте с нами, друзья. До скорых встреч.